Так, Сатурн. Красавец. Красавец Сатурн с кольцами. 3.23 по Киеву в Харькове. 9 июня 2020 года. Так. Миллиард 143, да, миллиона километров до этого нашего красавца. Ну, где ты делся? Вот он наш золотой. Так, уже светает у нас. Сейчас попробуем посмотреть, как это все будет выглядеть на Юпитере. У нас тут Троица лунный. Юпитера, Сатурна. Ну только не говори, что мы сейчас еще Юпитера не найдем. Вон он, красавец. В правом верхнем углу. Поехали. Так, небо светлеет, контрастность уменьшается, будем надеяться почетче увидеть. Полосы на Юпитере. Ты убегаешь, куда хочет, туда и убегает. Ты представляешь? Нехорошо. Не вижу полос. Сейчас будем награться с резкостью, значит, что же делать? Ну, вот сейчас увижу.
Даже на этом маленьком экранчике вижу. Ганимед даже тоже поблескивает. Да. Ну, небо еще, конечно, дымчатое. Как ты тут настроишься, когда оно такое? Как через пелену. Да не как, а через пелену есть. Смотри. Ко всем развлечениям. Ну, чутко видно наклоненные две полосы. Левый край приподнят. Вон и Ганимед влез в кадр, и спутник. Хорошо. Сейчас попробую на Марс навестись. До полного комплекта. Сейчас ловим, снимем. И на хвостик оставим Марс. Как отгрызенная получается кратер. Очень любопытно. Так, сейчас попробую уже здесь тоже с резкостью повернуться. Извиняюсь. Как откусил кто-то кусочек луны. Грызанул Apple. Да, атмосфера плывет. Дымка. В общем, что я жалуюсь, господи, месяц вообще просто сплошные ливни были. А я тут на дымку начал жаловаться. И на том спасибо, ты посмотри, какую красотень. Сразу в кадре и Юпитер, и Сатурн, и Луна понаснимал. Когда такое еще будет? Главное сейчас не прозевать на работах. Успеть. 3:34, та еще.
Да. 383 000 километров до Луны. Ладушки. Да, оригинально выглядит. Не могу удержаться еще раз. Хочется еще раз Юпитер снять. Резкость по Луне, может, настроил. Может, она и на Юпитер сойдет. Не годится. Не годится. Но вижу полосы, вижу Ганимед. Вообще, по-моему, сейчас хорошо видно. Ой. Да, по-моему, сейчас настройки получше резкости. Да, прекрасно, прекрасно. Черт, мне кажется, я даже пятно это вижу на одной из полос. Или это у меня уже в глазах? Рябит. Подаю желаемое за действительно. На верхней полосе мне казалось. Вижу какое-то пятно. Это, по-моему, вообще великолепно сейчас. Ну, Ганимед вижу, он слева, чуть выше. Прекрасно. Скотство, господи, комары просто звери какие-то. Не попаду сейчас, наверное, уже. Сатурн, хорошо, поехали. Да не, сейчас я Марс не вижу. Будем ждать еще, пока рассветет. Ладушки.
Давай луну в полный кадр еще разок. Что у нас? 9 июня, 3:39 по Киеву. 20-й год, Харьков, 50-я параллель, северная широты.